Итак, дорогие друзья, весовая категория до 80 килограммов. Первый раунд. Закончился первый раунд. Давайте поблагодарим спортсменов аплодисментами. Какие-то они слабенькие у вас, давайте посильнее. Вот это дело, молодцы. А я еще раз с удовольствием напоминаю вам, что организатор проекта «Бои по правилам ТНА» на кубок «Татнефть» – ледовый дворец спорта «Татнефть-арена». «Татнефть-арена» – многофункциональный спортивный комплекс, хоккей, концерты, бои, катание на коньках. Все это можно познать в Татнефть-арене. Татнефть-арена. Живите активно, отдыхайте весело. Партнер чемпионата «Оружейный дом». «Оружейный дом» — это группа компаний для охотников и рыболовов. От крючка и патрона до катера и квадроцикла. От стрелкового тира до ресторана и гостиницы. И, дамы и господа, а у нас... второй раунд.
Дамы и господа, если в первом раунде боец из Греции потряс своего оппонента великолепным хай-киком, ударом ногой в голову, то во втором раунде Jake the Dancing Man Sidibe раз за разом впечатывал свои острые колени в корпус греческого бойца, оставляя на них красные отметины, как на почте штампы, телеграмма доставлена по назначению. Итак, третий раунд впереди, пока еще ничего не известно. А мы не можем не упомянуть о нашем партнере и ресторанном комплексе «Тратория». Ресторан «Тратория» приглашает вас насладиться изысканными блюдами итальянской кухни, провести время в компании друзей в караоке-баре «Падишан Клаб». Для любителей модной клубной жизни Казань открыта дверь нового разгрупа «Театр». Подробности в ресторанном комплексе «Тратория». «Тратория» – твоя территория. Thank you.
Итак, дамы и господа, завершился третий раунд. Мы ждем судейского решения. Добрую половину третьего раунда боец из Греции и практически с непроизносимой фамилией Хадзи Хромоглоу простоял в углу, принимая на себя удары коленями его оппонента из Франции. И мы, к сожалению, так и не увидели ни нокаута, ни нокдауна. Видимо, крепкий дух у этого парня из родины Олимпийских игр, родины величайших греческих героев Геракла, Ахиллеса, Тесея и так далее. Но все-таки у нас с вами четвертый экстра-раунд. Поддерживаем бойцов, друзья! Давайте четвертый раунд биться! Господа, этот темнокожий парень из Парижа, The Dancing Man, Чейк Сидве, исполнил свой танец в заключительном экстра-раунде. Бойцы на середину. И в этом бою победу нокаутом в четвертом экстра-раунде одержал из Франции Чейк «The Dancing Man» Сидве. Приглашаем победителя этого боя для интервью. Он говорит, что он счастлив быть здесь, для него это бой как праздник, и у него все получилось. Я задам вопрос. Твое прозвище, танцующий человек, The Dancing Man, а какой твой любимый танец? Who do you think is great now here? One, two, three, yeah. Oh, that's good. This is The Dancing Man from Paris. Chief Sidibe. Еще два слова о своем оппоненте, причинающего сильно
концов тебе трудно было ступиться. Россия! Россия! It was a difficult fight because my opponent was not very good and I make a very good preparation for this fight. Thank you. Это был очень трудный бой, сказал он, потому что его оппонент действительно сильный боец. Это действительно так. Спасибо. Аплодисменты.